хотят посмотреть. А что это такое запись? Брюс Липтон мне понравился. Ну, потому что, видите как, все-таки, как мы будем с вами выбирать людей? Вот моя тема – это какие-то научные открытия. Я все время этим интересуюсь. Меня это очень сильно трогает. Поэтому люди, которые опирались на науку, они меня и впечатлили, понимаете? Если вот, вот такая настройка восприятия, то ты будешь вытаскивать из всего потока вот именно такое. Это, с одной стороны, ограничение, потому что ты на другое, ну, не реагируешь, то ли в силу того, что мне, например, большинство там уже было неинтересно, особенно все, что касалось, извините, никого не хочу обидеть, там, астрологии, нумерологии и вот этого, потому что для меня это как-то, ну, в общем, лично мое отношение к этому, как уже к прошедшему, чему-то неактуальному в настоящее время. Кому-то людям это нужно и хорошо, и пусть они этим занимаются, и, в общем, если вас это как-то поддерживает, дает вам силы, за какой-то ресурс, то почему бы и нет, вот. Поэтому астрологов, конечно, я не смотрела, так их перелистала. Очень понравился мне тот, кого вы, я его тоже отметила, который рассказывал про сердце, про открытие, которое проскочило мимо людей. Он, по-моему, в первый день открывал саммит Брегман, что ли. Ну, нужно будет пересмотреть, я выпишу еще имя и потом в чате вам напишу, может быть. Кто-то из вас смотрел? Грег Брейден. Как? Грег Брейден. Грег Брейден, да. Грег Брейден тоже ученый, врач, который... Очень крутое открытие. Вот для меня это тоже было интересно, что... 10 лет назад, оказывается, обнаружились вот эти нейриты, огромное количество, 40 тысяч нервных клеток, которые находятся в сердце, и что тогда они назвали сердце малым мозгом, что это тоже орган, не просто насос, как про него в физиологии везде написано, не просто нечто перекачивающее кровь, да, а это какой-то орган со своим сознанием, думающий, умеющий посылать. Да, 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 Юля пишет, умеющий посылать какие-то сигналы, и что вот эта вот связь, если когерентна связь между мозгом и сердцем, то это дает очень мощный ресурс и такую внутреннюю согласованность, да. Вот про это открытие я еще, может быть, пост напишу, я так себе повыписывала, надо будет его еще переслушать, если успею. Но я думаю, что я где-то просто найду про это открытие, я уже пойду туда. Когда было сделано открытие, мне интересно. Дальше. Байрон Кетти. Я про нее когда-то вам рассказывала где-то в каких-то эфирах. Байрон Кетти сама по себе интересная очень личность. И учитывая, знаете, все-таки такую тенденцию, вы это все заметили и знаете, что все равно во всех этих кругах духовного просвещения мы с вами больше видим мужчин. Как ни странно, больше мы видим мужчин, а последователей мы видим больше женщин. Такие женщины ходят, везде мужчин слушают, растут духовно, понимаете? И Байрон Кетти на фоне, вот как-то нужно было же прорваться среди вот этого вот мужское, потому что и в духовной среде есть некая гендерность, когда они так могут, знаете, так на женщину. Но мне кажется, что вот здесь все-таки они были все на равных. Байрон Кетти, почитайте ее книжку, если найдете. Там техника задавания 4 вопросов. Все просто. Все просто. В любой ситуации, которая происходит, достаточно задать самому себе 4 вопроса. 4 вопроса, но так, чтобы ты... Просто люди не могут сами себе задавать и идти в глубину, потому что вы знаете, что срабатывает защелка, вот эта защитная система мозга, не причинять этому телу и этой психике боли. Поэтому мы никогда не идем в глубину страхов, мы сами не зайдем в глубину своей боли, мы это будем вытеснять. Ну, кто мы? Это мозг, такая вот у него функция. Он идет по пути наименьших затрат, поэтому это все вытесняется, вытесняется. И благополучно люди там живут годами с этим, пока где-то не выстрелит в какой-то, причем неожиданной ситуации. Байрон Кетти. Вот
Я ее давно знаю и смотрю за ней, она мне очень нравится. И сама ее подача, сама энергетика вот эта. Мудрая очень, очень мудрая женщина. Вот, посмотрите, у нас, кстати, в России есть, по-моему, ее... Как они, я про него вам говорила, что есть у них сайт, на который любой человек может обратиться, и они бесплатно оказывают помощь, и человек может позвонить, и ему проведут такую консультацию, и на русском языке тоже. Дальше. Открытием для меня был сам Сенченко, потому что я на него подписана пару лет, и я его всегда считала... Ну, менеджером Джо Диспензе, то есть он таким и был, в принципе. Просто человек очень давно рядом с Джо Диспензе, поэтому, конечно же, он медитирует, конечно же, он набрался сил. Вот представьте, когда вы долгое время находитесь рядом с человеком, который глубоко тему исследует. Конечно, вы вместе с ним развиваетесь, поэтому то, как он дал теорию медитации, прекрасно. То есть вот Сенченко... Отлично, без всякой воды, четко все расставил. Ну, если там убрать про это дыхание, и то, что все они там ротодышащие, это вот как бы я уже на это даже сейчас не смотрю. Еще кто? Очень. Ну, пару спикеров еще там было интересных. И из наших мне очень понравился Хара. Вера, да? Дмитрий Хара. Да, Дмитрий Хара. Про отношения вообще. Он говорил про отношения. Я потом, может быть, если, может быть, кто-нибудь из вас расскажет. Если не расскажете, то я коротко расскажу основные положения там его этой небольшой лекции. Дмитрия Хара я тоже знаю давненько, и книжку когда-то мы его читали. Но он такой неоднозначный, на мой взгляд, мастер, но очень много понимающий. Ну, это практик гвоздестояния. Дмитрий Хара, если найдете вот его какую-нибудь книжку про отношения, можно почитать, если для кого-то это вот такая тема актуальная. Тема отношений. Это вот в Абхазии рассказывали, это он так долго стоял? Именно Дмитрий Хара? Да, да, он же, он единственный. 11 часов он простоял на гвоздях без перерыва, не сходя с гвоздей. Классно. Ну, рекорды. Надо было, какой-то был период, когда он, видимо, я не знаю, как это, испытывает тело на прочность, надо было поставить рекорды, вот он и ставил. Я не думаю, что он сам гордится этим, и мне кажется так, что, ну, это просто сейчас как галочка. Хорошо, ну, давайте, в общем, потом, может быть, я еще что-нибудь добавлю. Кто хочет про кого-нибудь рассказать, кого вы, может быть, ну, так вот внимательно и что-то вынесли, и хотите сейчас прям поделиться или просто рассказать о ком-то, кто вас впечатлил. Вообще, все здесь присутствующие на саммите были? Ну, что-то слушали? Прям в голос скажите сейчас. Я не была, Ален. Не смотрела, не слушала никого? Лена пишет, не слушала, нет. Ну, тогда вам будет интересно, потому что вы хотя бы по этим именам, и, может быть, кто присутствовал, что мы будем вам рассказывать. Только последний день, Наташа, как раз такой день. Ой, ну, это просто какая-то залипуха. Вставили, значит... Там только единственного, это, Далай-ламу можно было слушать. Ну, Далай-ламу вставили просто уже из открытых, да, источников. Что-то завершили-то. Когда я, слушайте, я не поверила, когда я увидела вот эту вот даму, как она, Вера? Я тоже ее не запомнила, какая-то на букву М, как Риховская, только Марховская какая-то. Вот в общем. Это было вообще сказка. Понимаете, я просто понимаю, что коммерческий... Она для чего вообще была-то? Она была, видать, потому что она заплатила, мне кажется, деньги за эту часть. Там такая есть форма. Ну, такие проекты, их очень сложно бесплатно. Как? Большие денег они вложили и в таргет, и во все. Поэтому, конечно, ну, так же, как Чинзе тот же. Это какие-то клоуны. А эту девушку просто, ну уж не знаю, я... Конечно, и такое может быть. Сейчас чего только нет в пространстве духовной жизни, так называемой, поэтому пятый день был, конечно. Ладно.
чего нам? Мы смотрим на то, что было хорошее. Вера, расскажешь что-нибудь? Расскажи. Я плакать начну сейчас. Меня настолько это все впечатлило, что... Расскажи, что тебя впечатлило, что ты хочешь плакать. Да вообще плакать. Весь поток, потому что вот я как бы там сидела и как бы слушала, там сидела и ехала, у меня все время была в пути, да. Мне как раз выпала Рязань, это обучение. Вот. Я сначала не вникла, а потом где-то на второй, третий, четвертый день меня вообще расперло. Вот такая доброта, настолько люди про доброту рассказывают, неимоверно, что ты такой полный. И меня посетила мысль, что мы живем-то в такое время очень сложное, и все равно мы находимся в такой доброте любви, что людей-то больше оказывается с этими качествами. Вот во мне почему-то это поднялось. Не знаю, почему мне так было приятно вообще-то чувствовать. Все шло как на мази, слушала всех идеально, даже переслушала. Ты знаешь, что я их даже записала, слушаю до сих пор. Но больше всего, конечно, меня вот этот Липтон. Вот он меня как-то так на меня обрушился, и про то, что вот он там рассказывал про стволовые клетки, это отдельная тема. Я там не перескажу, потому что я не такой рассказчик в этом плане. А вот то, что Сенчин, да, вот Сенчин меня тоже удивил. В плане медитации. Интересно, он рассказывал, что все-таки чем бы ты ни занимался и что бы ты ни делал, конечно, начни с себя. Как бы ты там это не медитировал, все равно вот отключай мозг и начинай все заново проживать, проходить, иначе по-другому не получится. Это тоже для меня было так интересно, потому что я стараюсь как-то уже медитировать, стараюсь эту тему затрагивать, я больше такой оставляю себе вечер на медитацию в последнее время, и мне это начинает нравиться. Ну, а тебя научилась, конечно, там, что там говорить. Ты сподвижник этого. А так, ну, все, там, выделить их и рассказать одним словом, мне понравились очень все. Кроме вот этой девушки, я как-то, она мне не запала. Я не поняла вообще, о чем она рассказала, ну, как-то о своем бизнесе, о своем продвижении, что она такая стала великая вот за счет того, что она сделала и купила, там, заработала все сама. Не знаю, меня как-то не настроило ни на чего. Но это в конце вот... было на закуску Далай-Лама, конечно, там вся доброта. К миру обратиться, пожелать стать таким же, это было тоже супер. Вот как-то так. Но я плакала где-то в моменты, что вообще даже стараюсь сдержать. Но ты видишь, это очень хорошее, когда ну, проживание идет такое на уровне... Как раз вот этого может быть сердце, где ум отходит на второй план, логика уходит, mm-hmm. и вот эти чувства, которые, на которых, конечно, вот мы и, как мне очень понравилось, что Сенченко сказал такую вещь, что как бы мы какими ни владели теориями медитации, и чтобы мы не знали, как правильно сесть, какие виды есть медитации, mm-hmm. это все остается просто пустой теорией, пока у каждого из медитирующих не получится прожить и определенные переживания не начнут происходить. То есть медитация – это не, как он сказал, очень хорошо сказал, что это не техника, гипофронтальность создать. Что это вот. Не инструмент, что это образ жизни. Понимаете, что медитация становится из такой формальной практикой, становится, в общем-то, твоим состоянием, что это состояние. И мне очень интересно было увидеть вот эту сейчас тенденцию, что вот все, кто занимается обучением людей, каким-то коучингом, да, и какими-то консультациями, тренинги, вот это вот все, очень много всего, да, что акцент перемещается не на технику, а на практику. Что, в принципе, неважно, как вы медитируете, неважно, какой вы способ для себя найдете. Главное, чтобы эта медитация давала вам постоянно нарастающий объем состояния, чтобы вы в обычной жизни понимали, что это как раз-таки плоды медитации, что вы становитесь спокойнее, ресурснее, что вы становитесь более открыты. И каждое выступление каждого спикера, ну, адекватного спикера, которые там были, заканчивалось, и вот прям, знаете, вот этой красной линией везде проходило, что если вы понимаете, как здесь все сотворено,
То есть если вы разберетесь на основе уже науки, на основе того, что физика открывает и открывает вот эти все законы, если вы разберетесь, то вы всегда через медитацию или через чтение книг или через какие-то специальные практики придете к состоянию «я творец». Все вот это, все-все-все вот это должно человека привести к пониманию, что о, вот как он эти, меня же цепляют сразу факты и цифры, что у нас, например, одновременно на нас в мозг поступает до 11 миллионов стимулов. 11 миллионов сигналов в пространстве на нас поступает. А наш мозг может воспринять только... Сейчас скажу. 7, по-моему, 70. 0,005. Только да, 40 да, стимулов выделяет стимул, наш мозг из пространства. И вероятность того, что вот реальность может стать вариативной, остается 99,99 тысячных там вариантов. То есть, посмотрите, мир настолько объемен и велик, но мы в силу очень узкого восприятия, и то, что мы все сигналы пропускаем через мозг, и они там каким-то образом трансформируются, мы выдаем очень узкую картинку мира. Каждый из нас очень узкую картинку мира видит. Мы как будто бы на мир смотрим через маленькую щелочку. И у нас нет возможности весь этот мир поэтому увидеть в его объективной реальности. Поэтому каждый из нас воспринимает, а у нас что есть? Ну, через органы восприятия. И очень интересный факт, что когда мы получаем через зрение, через слух сигналы, в 6 раз больше сигналов идет от самого мозга. О чем это говорит? То есть мы ограниченное количество сигналов можем воспринять, а остальной мозг дорисовывает и выдает нам нашей картинкой мира. И получается, думаю, что каждый из нас проецирует на экран свое кино, свою реальность. Да. Представляете, 7,5 миллиардов разных экранов. Нет ни одного там человека, который точно так же, как вы, видит этот мир. Да? Каждый из нас видит его по-своему. Это, с одной стороны, катастрофа, потому что тогда у нас практически нет шансов друг друга понять, понимаете, если через все вот это трансформировалось. Но с другой стороны, ввиду того, что мы живем сейчас в одно и то же время, и у нас у всех одинаковые программы, убеждения, ограничения, методы воспитания и так далее, мы, в общем-то, очень близкие картинки проецируем. Но все равно они опираются на каждый опыт семьи, детства, института, какая работа у кого была, в каком городе вы где жили, в какой компании вы проводили больше времени. Вот те люди, которые на вас влияли. Вот это вот будет та коробочка, тот процессор, через который входящие сигналы, они преломляются и выходит вообще нечто ваше личное. Вот почему и все говорят о том, что каждый из нас творит свою реальность. Очень зависимую эту реальность от вот этих программ, убеждений, все вот эти фильтры, которые у каждого в голове есть. Поэтому состояние «я творец» возможно только тогда, когда вы потихонечку эти программы выбрасываете, освобождаетесь от них, соединяетесь со всем единым пространством, понимая, что вы просто его часть. И тогда все, весь вариант пространства этого, почему говорят – вариации вашей реальности, их бесконечное множество, и ограничены они только вот этим вот очень маленьким узким восприятием. Поэтому, когда я вам 1000 раз, уже 100 000, наверное, раз, мне кажется, я это сказала, когда вы что-то видите или что-то слышите, или с кем-то идете в контакт, с новым человеком или со старым, остановитесь. Знаете, в чем? Вынесении приговора ситуации или людям, или проектам, или еще кому-то.
Потому что всегда у вас и у нас у всех недостаточно информации, чтобы о чем-то стопроцентно уверенно говорить. Поэтому, когда вас несет, и вы там что-то рубите, я знаю, а я знаю, вы опираетесь только на свой прошлый опыт, а он может быть неудачным или вообще очень узким. Понимаете, полно людей, у которых очень скромный опыт жизни, очень мало событий, отсюда очень мало знаний, очень мало вот этой вот насмотренности вариантов, как может жизнь разворачиваться. И вот представляете, из этого узкого опыта они берутся судить о чем-то, чего в их жизни, например, не было. На основании чего? На основании только чьих-то рассказов, услышанного в интернете, увиденного в телевизоре и так далее. Понимаете? А мы не видим это. И вот они все про это говорили, что пока вы не очистите свое восприятие от вот этих вот всех фильтров, нет шансов увидеть вообще реальность. Нет шансов увидеть реальность. А увидеть там нам нужно всем что? Увидеть – это не просто… Это не просто узнать или не просто прочитать, или не просто сказать «я понимаю это». Увидеть – это значит прочувствовать и пережить. Поэтому медитация является самым действенным инструментом. А сейчас вы мне скажите, что увидеть-то всем нам надо в результате? Что-нибудь новое? То забыть, ну, увидеть что-нибудь новое. Новое обязательно нужно видеть. Но в результате, вот смысл всего этого, прихода сюда и вообще вот этого, сначала сужение, потом расширение, если вообще кому-то это надо, потому что надо это очень малому количеству людей. Да? Наташ, давай, ты знаешь, зачем? Узнать-то в конце концов. Ты зависаешь, что такое? Чтобы стать лучше, чтобы не выживать, а жить настоящим. Да, ну, еще я хочу, чтобы вы пришли в состояние спокойствия ума. Это... Мы хотим процветать в новом мире. Одна. У нас для этого есть огромные возможности. Одна есть цель у всего этого, как бы, если вы понимаете, вот о чем они все говорили. Что нужно человеку через медитацию пережить, прочувствовать, чтобы это стало опытом? Для чего медитация используется тогда-то вообще? Чтобы что понять? Где у меня здесь студенты-инструктора? Вы это знаете? Ну, можно я? Да. Давай, Наташа. Я думаю, что вернуться в свое изначальное состояние, от которого мы вообще произошли. Да, Юля чтобы вернуться тоже написала. Познать собственную природу. Да. Конечно, конечно. Цель всего вот этого, всех этих поисков, всех наших действий, всего-всего, это познать собственную природу, в конце концов понять, кто я. И Сенченко очень хорошо, он в медитации, он все время, подавая теорию медитации, он говорил: ребят, но не медитация ради там, понятно, что по ходу у нас сонастраиваются все системы, там улучшается стрессоустойчивость, у нас повышается иммунитет у тех, кто медитирует. Эти все биофизиологические аспекты медитации, они у всех будут, даже просто у человека, который сидит, и у него все равно еще беспокойный ум, у него все равно уже идет некая другая реальность с физическим телом. Об этом там буду рассказывать вам на погружении. А цель – пережить состояние единства. Потому что когда ты наконец-таки дойдешь, и не только умом, а вот этим переживанием, что тебя нет как личности, нет личности никакой, что это большая, огромная иллюзия, что есть точка восприятия, которая как раз-таки, если она знает, что она часть всего творения, часть высшего «я», тогда нет никаких ограничений. У личности есть все ограничения. Все ограничения – это свойство личности. И мы эту личность взращиваем, мы гордимся. Я вот это все, что
регалии, статусы, образование, вот это вот все наши умения, навыки. Это все качества личности. Они помогают человеку в материальной природе реализоваться, но они очень ограничивают восприятие и не дают как раз-таки развиваться в том, что... Потому что личность, понимаете, она взращивается, человек за нее держится. А вот это вот состояние «я творец», оно выходит за рамки личности, так же, как оно выходит за рамки вообще программ всех ума. Вот. Поэтому они все говорят, что это должно быть настоящее истинное переживание истинного «я». Истинное «я», ну, оно вне телесно, понятно же, да, значит, вне личностное нечто. Ну вот, вот, а там начинается самая свобода, вот там начинается свобода, потому что пока мы мыслим рамками только материи, он же вот такую фразу классную сказал, которую произнес, кто же произнес, Шерод какой-то сказал такую фразу, что мы с вами не физические сущности, которые пришли познать духовную природу свою. Мы с вами духовные существа, которые пришли познать материю. Понимаете, какая разница? Вот вы только вслушайте в эту фразу. Мы с вами не физические существа, которые пришли в этот мир, чтобы познать духовную составляющую. Мы духовные существа, которые погрузились в материю. Поэтому это не у меня, не я есть у тела, а у меня есть тело. И вот когда вы через медитацию приходите к состоянию сначала, когда тела нет, и вот этот открытый фокус, про который он говорил, мы как раз будем с вами в этом делать. Не душа в теле, а тело у души, да. Тело у этой души, душа пользователь. Ну и про душу я вам уже говорю, что отдельной души-то и нет вовсе. Есть единое поле сознания, которое эманирует частичками, оставаясь при этом полем, эманирует, погружается в материю, поэтому равно как мы живые существа, так и деревья живые существа, все животные живые существа – камни, все, что есть в этом мире, по вот этой энергетической составляющей, это суть одно и то же. Поэтому, когда вот нет разделенности, ты понимаешь, что нет разделения на объекты, тогда ты вступаешь вот на эту дорожку, близко уже к пониманию сути высшего я, что ты есть часть высшего я. Вот. А пока мы... Я отождествляем с этой личностью, мы, в общем, в рамках личности только и развиваемся. А там все в ограничениях. Вот это вам понятно? Ну вот я даже выписала, когда Сенчин говорил про что общего между медитацией, он там три направления дал. Это состояние процесса быть поглощенным. Это не делать, а быть, присутствовать, ощущать, наблюдать. Второе в том, что наш беспокойный ум в этот момент затихает, и мы в этот момент успокаиваемся, и наш ум, и мы сливаемся с энергией тела и своего «я». Вот, вот здесь, смотрите, надо тоже, нужно тоже, знаете, как такое пояснение сейчас дам. И становимся самим собой. Что когда мы входим в состояние медитации и просто хотя бы успокаиваемся, ну вот когда человек медитирует, он успокаивается, да? Любой из вас, который просто сядет, даже не с целью медитировать, вот вы когда устаете, что вы делаете? Вы либо садитесь, либо ложитесь. И вы когда устаете, вам ничего не хочется делать, вам не хочется читать, вам не хочется ни о чем думать, никаких телефонов в руки брать. Вот вы просто сели, это такая потребность, конечно, физического тела, но когда мы садимся с вами просто в медитацию, почему очень важно, что, вот для чего я вас вытаскиваю всех на двухнедельное погружение? Для чего я вас вытаскиваю? Потому что медитацию желательно, как зубы почистить, привнести в свою жизнь, выполнять каждый день.
в одном и том же месте, в одно и то же время, тогда это становится... Что происходит с телом? Тело начинает привыкать на уровне даже просто такой хорошей привычки. И когда мы с вами садимся, через какое-то время у всех начинает тело как будто бы ждет, когда уже это будет. Вот mm-hmm. нужно дойти до такого состояния, когда ваше тело будет ждать, да, с таким, знаете, с удовольствием, когда же наконец-то у нас будет. Пусть медитация станет таким даже, ну, такой, как мы там привязываемся ко всему. Пусть это лучше будет такая привязанность, да? Пустота – это форма, форма есть пустота, да. Да, у Анатолия Пахомова, кстати, очень хороший там есть пример, и я тоже как-то, есть даже такая притча. Вот представьте, что у вас в доме стоит красивая ваза. Красивая ваза, какая-нибудь, знаете, вот эти китайские вазы расписные, такие высокие, ручной работы. У вас в доме стоит китайская ваза, например. И в эту вазу по какой-то причине вы начинаете складывать мусор. Вот просто складывать мусор. И эта красивейшая, дорогущая ручной работы ваза превращается во что? Мусорку. В мусорку превращается. Или вы в эту вазу красивую будете класть какие-нибудь украшения, ставить какие-нибудь красивые сухоцвет цветы или еще что-нибудь, да? И эта ваза будет хранилищем драгоценностей, например, или какая-то, да. Вы представляете, про что это вообще? Что эта пустая форма, мы ее можем заполнять чем угодно. И в соответствии с этим эта пустая форма будет иметь свое наполнение. Так вот, когда вы садитесь в медитацию, все омрачения, обиды, претензии, слова, какие-то конфликтные ситуации, все-все-все решаем сами. Хороший комментарий, да, Наташа. И когда вы садитесь в медитацию, поначалу вот это вот все должно выскакивать, должно выходить. Оно может быть не сразу даже. Вот месяц медитируете, вроде все хорошо сидите, вам кайфово сидеть, дышите, дышите. Раз какая-то выскочила заноза какой-то там десятилетней давности. И многие люди что делают? Они берут и вытесняют. Если вы вытесняете, эта заноза так и осталась, она никуда не уйдет, она будет там сидеть и периодически будет портить вам жизнь. Поэтому в медитации человек проходит первый этап очищения даже подсознания, если, конечно, вы готовы туда заходить. Потому что очень многие люди, они просто игнор включают и говорят, у меня все хорошо. У меня все... А зачем мне это? Они говорят, у меня все хорошо. Вот. Но без этого не будет расширения. Это будет потом препятствие очень жесткое, которое как камень будет тянуть вас вниз и не давать вот как бы познать то самое главное переживание единства. И когда вы сидите в медитации, просто даже сели, успокаивается нервная система, и что там происходит? Первое, парасимпатика включается. То есть вот все, что связано с активностью действия, это действие симпатической нервной системы. И вот он, кстати, Сенченко про это и говорил. Включается парасимпатика, а наша задача еще сидеть, почему с прямой спиной нужно. Нужно, чтобы спинномозговая жидкость циркулировала и доходила до шишковидной железы, омывала и как бы давала так, ну, активность шишковидной железе нужно дать. И просто даже если вы будете сидеть по 15 минут, хотя бы 15 минут нужно сидеть, потому что первые 5 минут вообще не поймешь, что там в голове хаос. Потом как-то дыхание подуспокаивается, и он там тоже сказал о том, что у любого человека, который какое-то время медитирует, дыхание само собой начинает восстанавливаться. Почему? Потому что во время сидения нам не нужно глубоко и активно дышать. То есть к бутылке можно зайти и с этой стороны, к восстановлению дыхания, если говорить про правильность дыхания. Если вы медитируете, у вас само собой будет постепенно восстанавливаться правильное дыхание. Да, потому что, ну, это как еще антистресс-терапия.
у человека, который все время в движении, очень много вот этого шума, очень много сигналов на нас действует. И нам это, нам кажется очень часто, что «а я не слышу, а я не замечаю». Если вы не замечаете, это не значит, что на вас это не действует. Как сказала Черниговская, любые сигналы, в которых мы находимся, это все поступает в мозг. Зрительные, слуховые, все. Поэтому, ну, очень важно, да, пространство, в котором вы работаете, пространство, в котором вы живете, это тихое место, или это очень шумно все, или это там суета, это постоянные там машины, вот это вот все. Поэтому люди, которые начинают как-то развиваться, они же все стремятся выехать жить за города, где-то в пригород, да, потому что они очень четко начинают чувствовать, им просто не хочется жить вот в этом городском шуме, вот в этом очень сильном напряжении. Если ты можешь это исправить, просто берешь и делаешь, да, вот. Ну и, соответственно, хотела. Хенчин, знаешь, как назвал это состояние? Гипофронтальность он ее, да, называет. Гипофронтальность. Думаю, затухание. Почему? Да, потому что, смотрите, когда мы много думаем, действуем, у нас мозг все время заточен, какую решает он задачу в обычной жизни, сохранение жизни, создание безопасного пространства, прокормиться, заработать, обеспечить безопасность себе, семье. Вот эти задачи мы в течение дня неосознанно все время решаем, так наша жизнь построена. Когда вы садитесь в медитацию, вот эта префронтальная кора, почему он сказал гипофронтальная? Потому что префронтальная кора, кора – это аналитическая зона мозга, да? Планирование, выполнение, будущее, настоящее, вот это вот все вот здесь вот варится. И когда мы садимся и успокаиваемся, она затихает, и у нас включается больше... Ну, короче, она просто затихает, и как раз-таки тогда происходит приостановка мышления. Да? Мыслей становится меньше, мыслей становится реже. И если вы еще понимаете, что в медитации самое главное – видеть мысли, но не цепляться, то есть мы как бы видим их, но не разворачиваем. Вот я вот в шавасане частенько вам говорю эту фразу. Вы видите мысли, но не цепляйтесь, не разворачивайте их. Они вас сейчас никак не интересуют, да, просто мимо. А знаешь, чем он там заменил? Он добавил, Сенчин, что в этот момент нужно начать думать о новом. То есть ты можешь думать, но не совсем о том, что ты думал вот до этого. Включите новое что-то, новое, вот то, что вы хотите еще, или даже не знаете. И идите дальше в образом жизни. Да, это совсем очень... другое. Да, это круто. Вообще... Но это он даже говорил не просто про медитацию. Он говорил о том, про потоки, что... Да, вообще про жизнь. Да? Вот что он говорил. И это, кстати, Александр Брат, мною очень уважаемый. И я, кстати, тоже получила удовольствие, забыла про него сказать. Александр Брат, он тоже был. И Александр Меньшиков, хороший тоже парень. Такой немножко он... Да. Миленький мальчик. Да. Мальчику, кстати, так уже под 40 лет. Ну, вот да, он как пацаненок. Да. Александр Меньшиков. Кому интересно, тоже можете его себе записать. Будет возможность. Можно пару его. У него всегда длинные эфиры. И он тоже, я его тоже наблюдаю несколько лет и наблюдаю, как он меняется. Очень, конечно, светлый парень. Его пытаются все время затянуть во все эти духовные игры, ну, потому что людям скучно одно и то же, да, и что они делают? Это так же, как с Артуром Сито произошло. То он просто сатсанги свои ездил, читал, и какой-то был такой светлый, не... А потом пошли и веганские кафе, и открытие Артур Сито, и, значит, ретриты на Бали, и... дорогие билеты на сатсанги стали. То у него был донейшн, потом стали по 5-10 тысяч на сатсанг билет. Ну, потому что это же все упаковывается и потом уже как продукт продвигается. И с Меньшиковым точно так же. Вот он, вы посмотрите, если его, очень светлый парень, очень простые вещи он говорит. Он тоже говорит, что все практики нужно отбросить. Ира, привет.
что все практики, в конце концов, вам нужно будет отбросить. И это же самое говорит Александр Брат, что знания получаем, используем, и это знание должно нас дальше продвигать. Отбрасываем старое, идем в новое. Используем это, отбрасываем, идем в новое. А сейчас Брат в этом выступлении просто крутейшую фразу сказал, и до меня тоже дошло. Думаю, так вот в чем смысл. Жизни и творению неинтересно, когда мы повторяем все одно и то же. Неинтересно, когда мы живем так, как жили люди там в 20 веке. Творению нужно, чтобы шло постоянное развитие. Поэтому каждый из нас, задача-то еще, сделать что-то такое, что до нас, например, в этой же профессии кто-то не делал. А, что до нас вот так вот не творили, вот так не делали какие-то вещи. Нет лучшей практики, чем Махамудра. Да, Махамудра – это вообще не практика, это потом уже должно стать просто состоянием присутствия. Да. Вот, и на самом деле человек, который поймет, как здесь все устроено, и если ему удастся дойти до переживания вот этого единства со своим же высшим «я», когда мы поймем с вами, что ничего, кроме этого высшего «я» нет, тогда мы станем свободны от дзогченов, от буддизма, от всех этих религий, от чтения литературы, от прослушивания сатсангов, от всего, понимаете? Потому что прямей пути уже нет, все. Ты получил, называется, ответ на самый главный вопрос. Но это должно стать переживанием, не просто словами, не просто говорением. А это вот все-таки должно дойти до уровня переживания. Тогда всех попускает, тогда всем все становится понятно. И с этой точки зрения для меня вот этот саммит немножко нафталиновый, потому что много было спикеров, которые сегодня уже не актуальны. Просто не актуальны. И новое вот это вот духовное знание, оно как раз-таки направляет людей, потому что сейчас очень быстро люди соображают, потому что темп жизни быстрее, и от нас с вами все-таки требуется быстрое перерабатывание информации. Переработали, отбросили, лишнее чуть-чуть оставили, дальше пошли. Как только вы будете цепляться за что-то какое-то одно, вас это одно будет тянуть вниз, оно станет таким тяжеловесным. Да, и вы станете немножко фанатичными. Поэтому я говорю, что все сейчас очень быстро меняется. Вы наполняете свое состояние внутреннее, становитесь такими самодостаточными. Да? Про это Хара говорил. Он говорил, что люди, отношений нет. Очень интересно он сказал, что на самом деле, первое, с чего я начну свое выступление, я вам всем скажу, что на самом деле отношений нет. Есть жизнь каждого существа, который проживает свою собственную жизнь. И люди встречаются, если они могут построить партнерские отношения. Это не я тебе, ты мне. Партнерство – это когда вы рядышком, но каждый своим путем. Понимаете? Это когда вы не ждете, как хорошая такая фраза есть, невозможно быть счастливым об другого человека. Это вот прошлый институт брака, когда девушке нужно было выйти замуж, чтобы он ее обеспечил. Там безопасность. Решались об других, мы решали свои вопросы. Сейчас так не получится. Сейчас нам Вселенная подбрасывает другие задачи. Она говорит, ты-ка сначала сам реши свои все вопросы. И вот когда ты готовый будешь, такой наполненный, самодостаточный, только тогда ты найдешь настоящие отношения, и это будет вот именно партнерство такое, когда люди смогут договариваться, когда они не будут жить из состояния, что ты мне чего-то должен. Вот я, знаете, я это на своей жизни, на своем браке вот это все проживала, и мы уходили от того, что кто-то чему-то что-то должен, к
тому, что все, все свободны, каждый самодостаточный человек. Если мы выбираем жить друг с другом, то только в таких отношениях. И сначала я в эту ситуацию поставила своего мужа. То есть я, по сути, приперла к стене и сказала, либо так, либо каждый пошел своей дорогой. Вот ему как-то хватило мудрости вот это все прожить. Может, не мудрости пока, а потом мудрость уже проявилась. Потому что сначала он просто был, можно сказать так, перед выбором поставлен мною, что вот только так. И очень хорошо Хара разложил, я вам сейчас прямо скажу. Смотрите, нет никого в этом мире, кто может тебя наполнить и дать тебе все необходимое, кроме тебя самого. Никого нет. Поэтому есть еще одна такая фраза, Антон Антонов когда-то ее произнес, я своей дочери ее подкинула. А если в этой жизни нет твоего человека? Вопрос, который очень многих просто в раз, а не как это? Все рухнуло тогда. Тогда все рухнуло, представляете? А если в этой жизни, нам же все время говорят, найди своего человека, а еще хуже фраза, я вас просто призываю и прошу, исключите из своей лексики эту фразу про какие-то половинки. Это такая ущербная вещь, когда люди ищут какую-то половинку, чего половинку искать можно. Вот это ущербная, а представляете, это же целая программа. В песнях поется половинка моя, помните, это песни какие дурные, то бы половинка там в песнях, в тостах на свадьбах все время про эти половинки рассказывают. Люди фотографии, песни, стихи про половинки пишут. Представляете, это же целое направление задали и увели людей вообще в сторону ущербного существования в отношениях, потому что нет половинок на земле, все цельные. Человек должен прийти к состоянию цельности. Есть у таблетки другого места есть половинка. Да, 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 половина не годится. Которая делит две части. Мягко говоря, да. Да, и увели от любви к себе и привели к зависимости. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому он очень красиво разложил, такой молодец. Он и про мужское сказал, и про женское, что каждый хорошо бы, чтобы реализовалось. Ну вот, можно прям себе пометить. Он дал такое упражнение. Вы возьмите и напишите, что вы ждете в отношениях от мужчины или от женщины. Вот прям напишите. Что, мы же... Как все под это, все тренинги под это заточены. Опиши своего идеального мужчину. И начинает все выписывать. А дальше начинает самое интересное. А теперь все эти качества ты должен реализовать в себе. И когда ты в себе их реализуешь, то, что ты ждешь от другого, вот тогда к тебе придет такой же полноценный, наполненный человек. А так будет отношение... вот это все время недостаточности какой-то, да, и если я сам себе не могу, сам себя не могу наполнить этим, то есть не хватает яркости в отношении, чего мы там ждем от мужчин, заботы, нежности, там, ласки, не знаю, каких-то этих приключений, еще чего-то. Вот вы сами с собой сначала это все сделайте, в себе это реализуйте, и тогда можно говорить, что отношения. Вот, потому что он сказал тоже одна такая ключевая фраза, в отношениях невозможно из нужды себя наполнить. В отношения нужно идти из изобилия. А мы когда с вами, кто на изобилии был, и кто сейчас мастер-майнд слушал, я все время это говорю, что все вершится из изобильной позиции. Из дефицитарной позиции ничего не решится, потому что дефицитарная позиция – это позиция страха. И когда женщина вступает в отношения с мужчиной из позиции страха, что ей как-то надо выживать, что ей надо пристроиться в этом мире, кто же будет решать ее все вопросы хозяйственные, вот это все – это позиция страха и потребительства. Не получится. Тогда ты впадаешь в такое состояние, что ты тоже становишься чем-то должной,
и тебе по списку тоже предъявят счет, а ты вот это вот, пожалуйста, выполняй. И начинается потом перетягивание одеяла, когда люди вступают в отношения с позицией, что кто-то кому-то что-то должен. У человека всегда в отношениях возникает тогда состояние, что он делает чуть больше, чем другой. Отсюда растут претензии, что я больше вкладываю в семью, я больше на детей времени, я больше там хозяйством, все, а ты только на работу и все. Вы понимаете, да, какая претензия выросла? Тогда, когда люди в отношения идут из состояния «должен», ты должен отвезти ребенка, заработать деньги, сходить в магазин, отремонтировать холодильник и так далее. Я должна то-то-то. И он предложил еще такую табличку сделать, которая тоже очень поможет. Например, написать в таблице три столбика. В первом столбике писать, что в отношениях я должен. И вот прям написать там весь этот список, который автоматически возникает, как только люди в брак вступают. Во втором столбике пишет, например, мужчина или женщина, я хочу делать. А третий столбик остается пока пустой. И вот каждый день туда вот как бы либо вписывается, либо и из колонки «я должен» мы должны с вами постепенно все вычеркнуть. То есть мы должны, получается, идея такая, колонка «я должен» должна обнулиться, а вот оттуда все дела либо кому-то делегируем, вот, например, «я не могу и не люблю убираться», да? Но я, как-то считается, что женщина в семье все-таки отвечает за порядок в доме, за чистоту, за вот, обстановку и так далее. Поэтому то, что я не люблю делать, вот я прям не люблю, понимаете, убираться, мыть полы, там, что, гладить я не люблю, что я делаю? Я это делегирую кому-то, кто это может сделать. Либо я за это плачу людям деньги, они приходят и все довольны. Вин-вин, да, то есть я свободна, человек заработал, потому что он выбрал такую себе работу, доход так получать. Либо я переношу это в колоночку, что я хочу это делать. Ну, может, у меня просто нет времени, но я, например, люблю пылесосить хорошим пылесосом. Вот у меня есть электровеник. Я люблю им пылесосить. Я могу 10 раз в день им пройтись по всей квартире, потому что я просто терпеть не могу, когда валяются волосы или пыль какая-то, да. И у меня есть удобный инструмент, который не занимает много времени и сил. За 5 минут я прошла всю квартиру. Дайсон электровеник. Все, вот вам лайфхак. Ловите и покупайте. Вот. И когда ты умеешь либо делегировать, либо сделать из этого, что ты вроде должен, тебе не нравилось, но ты можешь это поменять, это вот как раз тантрический подход, перевести это в приятное дело, тогда ты, в общем, в отношениях не должен, а делаешь только то, что ты хочешь. Вот, тогда это будут полноценные отношения. Ну, в общем, там еще кое-что... Про честность он говорил в отношениях, когда-то кого-то обвиняют. Ну, в общем, это известная вещь. И один еще такой момент, тоже себе запишите. Если меня в отношениях, это касается всего, работы, друзей, там, не знаю, с коллегами, если... Дайсон электровеник. Дайсон. Да, еще круче звучит. Как Супермен, да. Если, вот запишите эту фразу и ее тоже осмыслите. Если меня в отношениях что-то беспокоит с кем-то, то и мне с этим работать. Понимаете? То и мне с этим работать. Не человеку предъявлять, что мне не нравится, как ты реагируешь, или мне не нравится, как ты говоришь. Если меня в отношениях что-то беспокоит, разворачиваем это к себе, то и говорим, ну, значит, мне с этим и работать. Например, про ревность, да, страх потерять, когда люди вот ревнуют, ну, мужчины и женщины часто ревнуют, и в отношениях, и в друзьях бывает ревность. Ревность – это страх потерять. Что с этим страхом? Как его проработать нужно? Одним вопросом. А с чего ты взял, что этот человек тебе когда-то принадлежал, принадлежит или может принадлежать?
Так, кто-то у нас со звуком зашел и нам мешает. Анна. Круто же. А с чего ты взял, что этот человек тебе когда-то принадлежал, принадлежит или может принадлежать? Вот и все, и ревности нет. Потому что никогда никто никому не принадлежит. Ну, вот это один из примеров. Вот. И тогда понятно, я почувствовала себя ущербным, если я останусь один, обычно, да, вот это женщины боятся, что муж уйдет, а страх остаться одной. Тогда идем в глубину и разбираемся. А что это за страх одиночества? Страх одиночества, он базируется, опять-таки, на непонимании собственной природы. Если ты понимаешь, что ты не эта личность, да, и что это костюмчик на время данный, и зовется этот костюмчик в этом воплощении, там, Алена Акс, мы даже не будем помнить свое прошлое воплощение, понимаете? Если сейчас вот действительно разобраться с теорией дуализма и вот этого квантового поля, есть еще квантовая запутанность, а есть вот эта вот теория волнового дуализма, да, что на что мы смотрим, по сути, вот этот закон творения реальности, что ровно то, как я воспринимаю что-то, таким я его и творю. Представляете? Ровно то, как я что-то воспринимаю, таким я его и творю. Поэтому я, например, очень ярко услышала все подводящие фразы к теории «Я творец». И многие из спикеров про это как бы говорили, и они завершали свое выступление вот этой фразой, что если вы поймете, что, вот смотрите, Вера сказала, я сейчас просто, чтобы не убежала эта мысль, про новизну. На самом деле человек каждый день, 90% наших мыслей – это то, что мы думали вчера, позавчера, год назад. У нас одни и те же мысли даже в голове. И нужно это ловить в себе и от старого освобождаться, понимать, что я застрял, я одними и теми же формулировками мыслю, одними и теми же фразами, я делаю одни и те же действия каждый день. Я иду одной и той же дорогой, я ничего не меняю, потому что вот это вот, и там, вот это тоже крутая фраза. Можно прожить 80 лет, а можно прожить один год 80 раз. Понимаете? Вот что страшно. Супер. Вот как раз вот то, что ты сейчас говоришь, вот, почему там Джо Диспенза ставили в начале всех лекций? Он как раз про это все и рассказывал. На это и направлял. Так было вообще. Послушайте, там еще сейчас вот они почему-то хотели убрать, но там вот тех спикеров, которых они выбрали, пять человек, которые там было голосование среди, вот, кто слушали. Там же у нас отдельное в Телеграм было это, как бы мы там сейчас собрались. Чат, да? В Телеграме. Чат, да. 11 тысяч человек на сегодня там. И вот мы выбирали, кто какой понравился, нужно 5 было определить. И первого поставили именно вот это вот Джо Диспензе, потому что он с этого и начал. Ну, Джо Диспензе в любом случае был бы там первым, потому что это все, в общем, считай, что его программы и он, в общем, и как во главе всего этого он стоит, потому что Сенченко, я же вам сказала, что Сенченко он курирует, вообще, да? Он его привез в Россию, у него, у единственного есть права на представление его программ, на продажу его тренингов, то есть это все вот пошло сначала оттуда, и я как-то вот периодически просто заходила на их аккаунт, ну, какие-то слушала его небольшие прямые эфиры, и все больше он просто рассказывал про медитации Джо Диспензе и про всю его теорию, вот это работы с подсознанием, с сознанием, с программированием, с выстраиванием реальности.
Но я вам хочу сказать, а, там же еще был, вот этот меня очень человек удивил, потому что 10 лет назад, ровно 10 лет назад, я взахлеб просто прочитала, у меня тогда прорыв был просто в сознании. Скажите мне. Хары как-то. Нет, нет, Ченнелин, который написал. Наташа, да, поняла, Гусева, ты точно знаешь, Оля Веселова, вы точно его знаете, который написал. Ченнелинги он читал. Крайон. 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 Вы запишите себе и посмотрите. 7 или 8 книг. Ли. Ну, в общем, если наберете Крайон, сразу его имя выйдет. Ему там, по-моему, уже что ли он 20 с чем-то лет назад он начал слышать эти голоса и записывал ченнелинги. Ченнелинги, вы знаете, что такое. Это как бы, когда тебе вроде идет информация. Ну уж я не знаю, правда ли она идет или нет. Но вот 10 лет назад, когда я прочитала «Крайон. Путешествие домой», это просто было для меня какой-то, ну, все. Это, ну, вот тогда у меня был прорыв первый, наверное, такой серьезный. Если не читали ничего про Крайона, они немножко сейчас сказочно уже звучат, но, может быть, кому-то нужно и прочитать, если вы никогда его не читали. Запишите хотя бы одну книгу Крайона, прочитайте. Крайон. Крайон – это как раз-таки та сущность, которая вот этому писателю надиктовывал информацию, он просто воспроизводил и записывал, и вот написал много книг. Ну, это вообще 10 лет назад это были просто это были бомба была. И все зачитывались и с ума сходили. И целые, о, это же огромная сейчас организация, и мне вот кажется, что она затухает потихонечку, а вот 10 лет назад это была, наверное, самое крупное духовное сообщество, где они как раз вот эти книги читали, по нему проводились тренинги, эти всякие медитации по району, все это было. Ну, в общем, интересно. Но вот сегодня я его слушала, и я вам говорю, что немножко так нафталином, ну, лично для меня, это может быть очень субъективное мое такое восприятие, потому что то, что я сейчас знаю и понимаю, некоторые вещи для меня звучали очень большим ограничением, и думаю, да господи, уже давно проехали это, а они все про это рассказывают. Вот. Не буду сейчас по именам, кто, я уж и не вспомню. Ну вот в том числе, вот. Еще что, кто у нас что-нибудь смотрел еще, кроме Веры Михайловны, только я рассказываю. Давайте, кто еще смотрел, кто был на каком дне? Кого слушали, кого посмотрели, расскажите, какие впечатления, может, у кого есть. Оль, ты кого-нибудь слушала? Я говорю, там еще сейчас можно послушать, потому что они 5 выбрали. А остальные? Еще... Нет, вот те, кто лидеры, 5, они как раз и оставили эти записи еще на прослушивание. А, потому еще там была, всех... еще была эта девушка Брюс, Юлия Брюс, Мария Брюс, которая тоже астролог, психолог, коуч и все такое. Она про страхи, по-моему, давала. Юля, ну хочешь, расскажи про кого? Кто тебя тронул в первый, второй день? Ну, в общем, смотрите. Когда проходят такие мероприятия, конечно, хорошо участвовать. Но я бы не рекомендовала вам это сейчас покупать, потому что если вы купите 5 дней, 26 спикеров и отложите это в ящичек, то оно у вас так благополучно там и пролежит. Поэтому я вас прошу, вообще дайте себе, вообще сделайте себе такую привычку. Если вы что-то в какой-то курс заходите, проходите его в настоящем времени. Никогда курсы купленные и отложенные, ну вот уже статистика такая есть, это не моя статистика. Курсы, которые куплены людьми и не освоены сразу,
они уже к ним не возвращаются. Люди покупают курсы за 100 тысяч, и их не смотрят, не слушают, потому что все время обновление, обновление, еще что-то новое. А если человек еще жаден до информации, и он не может вот эти выстраивать себе какие-то даже рамки, остановиться вовремя, то мы начинаем захлебываться в этой информации, и вместо вдохновения и развития получается, что раздражение, агрессия и какая-то досада на себя, что ты вроде взял, а ничего не освоил. Ну вот зачем вам эти лишний груз? Поэтому саммит прошел. Вот я несколько, Вера, напиши какие-то имена, кто у тебя есть, кого можно поискать в интернете, и просто послушать то, что есть в открытом. И двигаемся дальше, понимаете? И дальше двигаемся, потому что будет опять что-то новое, будет опять что-то интересное, и когда оно будет, заходите сразу туда, или не заходите, если вы понимаете, что неудобно, не успею, то лучше не тратить на это деньги, потому что это потом будет на вас же вот так давить. Досада, вот эта претензия к себе какая-то, что почему же я это взяла и никак не сделаю или взяла. Вот. Заходите, пожалуйста, на двухнедельное погружение, потому что я, конечно, много буду там давать из вот этого, чтобы у нас наращивалось состояние «я творец». Вот, и мы просто... Алён, ну там же не всегда ты написала, можно присутствовать. Как там? Ты в записи же будешь оставлять? А что, 6:30 каждый день. Ну, кто не может 6:30? А, Только у кого нет, думала, часовая разница какая-то. В 6:30 любой человек может встать, мне кажется, и помедитировать. Полчаса мы будем медитировать, и все. Конечно, оно будет оставаться в записи. Это же я ведь специально и делаю, чтобы просто это вошло в уровень привычки, чтобы это перестало быть для вас чем-то тяжелым, недоступным, что мы все время откладываем. Ну вот когда-нибудь я начну медитировать. Ну вот сейчас я медитирую 2 раза в неделю, но когда-нибудь я начну медитировать каждый день. Вот у вас есть возможность зайти и всем вместе, потому что очень важно, я посмотрю, сколько нас будет человек, потому что хотя бы человек 20 нам нужно набрать, чтобы человек 20 было, это уже поле. Сегодня Вера выложила очень классный пост, очень классную статью. Когда какое-то количество людей... Хорошо, если у нас будет 100 человек, вообще круто. 100 человек сели в одно и то же время с одним и тем же намерением, с настройкой. Тогда мы создаем с вами поле очень мощное. И это поле, оно распространяется вокруг нас. Да, и вы воздействуете, в общем. И вот тогда вот вся эта реальность. Да, да, все вместе это очень эффективно. Это мощное поле, да. Вот, поэтому там у кого есть друзья, знакомые, кто хотел бы попробовать, вы их, пожалуйста, приглашайте. Скоро я отдельный чат сделаю в Телеграме, где мы будем с вами общаться. Вот. И моя-то такая позиция, что медитация – это инструмент. Какое-то время мы еще с вами в это поиграем, но скоро тем, кто сейчас медитирует, и медитация не нужна будет. Потому что выстроится, расширится такое мощное внутреннее ваше состояние. Когда вы будете практически все время пребывать в состоянии медитации, либо концентрации, либо в состоянии пустотности. И вот как раз-таки недвойственное состояние, когда не требуется оценивать окружающую обстановку, когда не нужно выносить суждения и как-то определять, да, что происходит. Это моменты в течение дня, которые все могут себе позволить на 5 минут сесть, 5, 6, 10 раз в день, уйти в недвойственность, перезагрузить все системы, а это как раз-таки секретная кнопка ресурсного состояния. Когда перезагружаются все системы, они загружаются, когда вы в состоянии недвойственности присутствуете. Потому что двойственное состояние, двойственное – это когда вот мы с вами живем, нам нужно двигаться, одеваться,
там, оценивать, какая температура, который сейчас час, сколько времени туда. Ну, то есть обычная наша жизнь, когда мы полностью включены, и мы все время должны сканировать пространство, опять-таки, на безопасность, на выполнение наших дел. Обычная жизнь человека проходит в состоянии двойственности. А двойственность – это расход, 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 расход энергии. А состояние недвойственности, когда все, вы сели, вы как будто бы в коконе, вам не нужно ничего сейчас решать, вам не нужно никому ничего отвечать. Весь вот этот вот хаос и суета остались за границей. Вы в 5 минут сели в это состояние, вошли недвойственностью, вышли как новенький и пошли все дальше. Понятно? Ну все. Хорошо, сейчас я выключаюсь, а вы, второй саммит провела. А? Ты второй саммит провела. Да, точно. Ладно, я сохраню сейчас запись. Спасибо. Может, кому-то захочется это посмотреть, наш с вами беседу, общение. И сейчас я все завершу, мы с вами расстанемся в этом пространстве. А вы, пожалуйста, помедитируйте, если у кого-то есть, конечно, настроение, состояние минут 15. Можете включить себе какую-нибудь тихую музыку, чтобы вас никто не отвлекал. И вот вы сейчас даже уже на волне всего услышанного попробуйте сейчас помедитировать, вы поймете, что у вас медитация получится сейчас гораздо легче, лучше и эффективнее. Вы сейчас очень сильно напитаны этой информацией, ее нужно как-то прожить. Вот чтобы она погрузилась в вас и результат был от нашей сегодняшней встречи, заведите это все в медитацию. И в конце вам хочу сказать такую штуку. Сенченко прекрасно про это сказал, он молодец. Я вот для себя этого человека открыла. Вы знаете, всех остальных более-менее знаю. Кто-то вообще для меня, ну, не интересен. А он вырос очень сильно рядом с мастером этим. Он очень сильно вырос. И когда он сказал такую вещь, что медитация на что-то – это не медитация. Невозможно медитировать на изобилие. Невозможно медитировать там на, там, ну, я не знаю, на еще что-то. Вот эти все адресные медитации, они уводят человека от настоящей чистой медитации. Вы когда будете медитировать, и мы с вами когда будем медитировать. Вы знаете, это Александр Брат, единственный, который вот в мире медитаторов, для меня он это тоже формулу вывел чистой медитации. Очень плохо, когда вы медитируете под звуки каких-то мантр, потому что они вас уводят в трансовое состояние, и это тоже не состояние присутствия. Поэтому если включаете музыку, это должна быть какая-то очень тихая, ненавязчивая, которая не будет вас туда уводить, ваше внимание. Задача музыки – просто отключиться от всех других объектов на какой-то момент. Но вообще вы знаете, что настоящая идеальная медитация, она проводится в абсолютной тишине. Но мы до нее дойдем в конце, например, двухнедельного погружения, это будет уже в конце. А сейчас вы можете и музыку включить, и какое-то голосовое себе сопровождение, если есть какие-то медитации. Вон Сенченко записал там медитацию волшебную, можете ее включить, у кого там еще доступ есть к этому. Ну, в общем, все эти волшебные медитации, они хороши на начальном этапе. Волшебные, я имею в виду, это те, которые со всякой визуализацией, там, я космос, я вселенная, я еще что-то. На начальном этапе человеку, который вообще не в зуб ногой, они хороши. А я на детской площадке. Вот он очень хорошо сказал, что медитировать нужно не на что-то, а медитация должна быть просто вашим состоянием. Неким таким состоянием, когда вы не думаете, не анализируете, не фантазируете. А вот когда вы находитесь после уже медитации с чистым таким освобожденным, как бы, может быть, даже сознанием, можно заниматься планированием и созданием намерений. Намерение. Не желание, чтобы это были, а намерение. Намерение что-то реализовать, куда-то поехать, что-то открыть, кого-то найти, что там, какие намерения у людей есть. Ну все. Поэтому сейчас помедитируем. Хорошо?
обязательно. Ну все, всем хорошего спасибо. Вечера. Да, спасибо, что были здесь. Спасибо, кто пришел. Как всегда, самые активные тем, кому все нужно. Классно.